Привет! Привет! Вы на канале Семья Гуцалюк. У меня есть такая коробочка «Веселая липучесть». Там 8 любопытных экспериментов для изучения веществ. Но мы будем делать не все вещества липкие, потому что там есть такие вещества, которые надо делать ночью. Давайте откроем эту коробочку. Тут есть вот такая инструкция. И вот такой пакетик. Там какие-то баночки и порошки. Давайте посмотрим, что у нас есть в инструкции. Мы будем делать сегодня пластичную слизь. Цветную слизь. Вот такую. И твердую жидкость. Давайте откроем этот пакетик. Снежана мне сегодня будет помогать. Сколько баночек, прям такие, как фигурки. Да. Сеточки такая всякие. Водичка. Я туда налил из... Не знаю. Там был гранатовый сок. Даже розовые. Да. Какие-то мерные стаканчики. Ну что, делаем? Ну, я коробку уберем, чтобы не мешало. Еще леечка. Будем делать пластичную слизь. Даже вот такие две палочки. Это для мешания. А, там написано, помешайте этими пластмассовыми палочками. Да. Тут даже очки есть. Очки? Я это, одену. Это, наверное, чтобы не попадало. Да, там написано, чтобы в глаза. Не попадало. Ой. Такие крепкие пакетики. Помочь? Вот да, там всякие... Покажи. Порошки, порошки. Порошки, порошки, красители там, да, даже действительно. Вот, с этой стороны другие. Ой. Смотри, Снежа. Кирилочка. Он экспериментирует. Мне нужна готовая пластичная слизь. Вот, мне вот это нужно. Она оранжевая. А потом зеленая. Мне надо ее открыть. Давай ты, Снежан, померяешь? Давай. Как прикольно. Настоящие эксперименты теперь будете проводить. Ну, давайте. Показывайте свои опыты. Открой мне баночку. Ее надо вот тут внизу открывать. Вот. Давай это я открою, оно трудно открывается. Вот. У тебя такая помощница будет сейчас все тебе подавать. Да. Никуда лейка не подходит. Как всегда, со Снежаной тоже помощник, ее любимый Пупс. Во, какая она! Смотрите! Она липучая, как пластилин? Не, она такая... Не знаю даже, как сказать, но она не липкая. А, тянучая, наоборот. Да. Она тянется. Не, она не вытягивается. О, вот это липучесть, это образец, видимо. Дай. Какую вы, да, будете делать, вот эту вот липучую? Как она называется? Ух ты, это шарик. Слизь какая-то липучая, да? Смотри, она шарик сделала. Это пластичная слизь. А, теперь вы сами попробуете разным цветом сделать, да, приготовить? Нет, это не разный цвет. Это пластичную слизь мы будем делать. Теперь нам надо скатать шарик. Ой, а сюда чуть-чуть подходит. Какой большой шарик. Ну, шарик не совсем получится, но получится. Такой. Теперь нам надо растягивать слизь и ударить ее о твердую поверхность. Как, если не так, что ли? Наверное. Ты смотри. Снежана тебе помогает, а ты смотри, делай. Ты же у нас
сегодня первый открыватель опытов в нашей семье. Мы никогда такие опыты не проводили. У нас даже в детстве вообще такого не было. Да. Мы только могли раньше катать что-нибудь из теста. А сейчас, смотри, сколько много интересного, правда? Еще и такого цвета яркого, оранжевого. Тут есть порошок желтый, зеленый и такой белый. Опа! Укатилась! Снежана помогла тебе. Спасибо, Снежана. А он прыгает, как будто бы попрыгун. Да. Чем отличается слизь от светящейся? Ну, мы не сможем на этот вопрос ответить. Ну, я даже скажу. Она не светится, наверное, и она прыгучая. А светящиеся, я вам скажу, светящиеся, там сказали, приготовить нужно на ночь оставить стаканчики, и тогда она будет светиться ночью. Да. Это надо тебе просто приготовить и оставить на ночь, а ночью посмотреть. А где та баночка, которую я, с которой взял? Это не та. Нет. Да. А, да? Да, ты что-то с прозрачной взял. А я думала, что я с оранжевой взял. Нет. Ее можно убрать. Вот. Вау! Да я попробую. Можно я попробую? Да. Такое впечатление, что ее стало еще больше. Да. Как будто бы она увеличилась. Она умножается. Увеличивается. Ну да. Давай ее засунем туда. Прикольно. Тут даже пузырьки, смотрите. Вот, когда делаешь, пузырьки надуваются. Сейчас это правда. Они хотят. Вот. Еще тут надо открыть. Вот. Сейчас. Надуваем. Все, видно, 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 видно все. Так, все, закрываем. А вот эту? Подожди. Она не закрывается? Кириллу так идут очки, как будто бы по-настоящему он очки носит. Ладно, давай пока не составим. А, нет, вот все. А теперь мы будем делать с вами. Так. Цветную слизь. Вот такую. Так, потерял. Тут их... Вот она, цветная слизь. Ну что, делаем? Давайте. Конечно, делаем. Показывайте, так. Дети. Вот. Что нам надо? Нам нужен порошок для светящейся слизи. Находите его, он где-то вот в этом пакетике должен быть. Вот здесь вот прям порошки. Нет, вот. Так. А, нет. Порошок для светящейся слизи. Вот. Здесь, наверное. Можно я открою? На, дальше там открой. Давай. Слишком твердые. Не твердые, завязаны. Заклеены сильно. Так. Это пищевая сода. Как будто от, это порошок какой-то. Порошок для создания слизи. А это? Вот, порошок для создания светящейся слизи. А вот это какой-то... Дальше. Это не знаю. А это какой-то такой порошок. Порошок для создания слизи. Вот он. Он такой у нас желтый. Потом. А этот как пишешь? Пластмассовые. Это, наверное, крахмал? Стаканчики. Там, наверное, крахмал написано. Скорее всего, белый. Это крахмал, по-моему. А это мерный стаканчик? Нет. А это не мерный стаканчик. Вот это мерный стаканчик. Да, вот он. Там деление, да, есть? Да, вот оно. Да, точно. Вот. Дальше нам нужно... А крышечка от него нету? Так. Крышечки. Крышечки нам нужны. Еще воду надо, чтобы налить. Вот в этот стаканчик налить. А где у нас? Ну, вот они, наверное. Крышечки. Давайте мы мешочек уберем, чтобы они нам не мешали. И вот крышечки. Вот. Так. А это же что? Добавьте порошок для создания светящейся слизи. Наверное, ситечка процеживает что-нибудь, скорее всего. Наверное. А в какой стаканчик? Этот или этот? Вот а это уж какой вы хотите. Вот в этот тоже. Ладно.
Так, до создания светящейся слизи. Вот этот. Можно я нашу? Нет, вдруг просыпешь. Давай я его аккуратно уже насыплю. А то он вредит. Это желтое. Вот она. Так интересно, детки завлеклись этими опытами. Давай. Ой, я не открыл. Поэтому не зашипается. Что-то он крепко закрытый. Надо помочь вам. А, вот. Если мыть очки, мне в них очень жарко. Непривычно просто, конечно. Ну да. Ой. Осторожно, не рассыпь. Там написано, что осторожно, чтобы руки ничего не пачкать. А перчаток не было здесь? Нет. А можно я одену? Ну, один. Так. Так, так, Кирилл, смотри, что-то делает. Нашипает. А пупсику... Вот, я насыпал. Нашипал. Так, добавьте в стаканчик 50 миллилитров воды и размешайте смеси. Так, содержимое смесь должна загустеть. Надо было в этот стаканчик все-таки насыпать. Так, высыпал? Да. Когда мы это уже будем наливать? Ну, скоро. Так, и 50 миллилитров воды. Вот у меня вода. Надо, главное, не перелить. Главное. Так, еще чуть-чуть осталось. Все. Теперь размешать надо палочкой. Она должна загустеть. Да, и там написано, если мало воды, то можно добавить. Нет, это в другой. А, это другой опыт, да? А, нет. Да-да-да. Тут надо добавить. Как пешок. Это лизун ты готовишь? Это нет, это я готовлю цветную слизь. А, цветную слизь. А это как пешок. Это крахмал, Снежан. Это не крахмал, это порошок какой-то. Там просто написано а порошок. А это что? Это Кириллу надо посмотреть, что там. Это пищевая сода. А где тогда крахмал? А крахмал? Вот это и есть белый крахмал, я же говорю. Не знаю, тут просто написано порошок. Как пешок посыпается. Посыпается, как пешок. Она вроде загустела. Вроде. Ну, смотрите сами. А для чего это леечка? Это, я забыл, как она называется. Это воронка. Точно, да. Чтобы... Через нее лить водичку. Все, она густая чтобы жидкость. Чтобы вот так вот опасть. При необходимости можно добавить немного воды, чтобы смесь стала менее густой. Нет, не надо. Поставьте стаканчик с маслом рядом с источником света, чтобы у вас получилась светящая слизь. Бин-бин. Пока я поставлю вот сюда, на источник света. Источник света, скорее всего, должно быть, наверное, солнце. Это днем надо было делать. Наверное, свет тоже нормально. Поставьте стаканчик. Так. Повторите действия пунктов 1 и 3 с другим порошком. А для чего? Это порошок для создания слизи просто. Вы создали две яркие слизи. Так. А у меня нет другого порошка. Он один такой. Или вот такой тоже. Ну, там должны быть все у вас. Я не знаю. Смотрите. Может так. Быть, вы не все вытащили? Да нет, все. Это мне надо перелить уже. А, это тоже мерный стаканчик. Это все мерные стаканчики. А вот еще в зеленой колбочке что-то, в зеленой. Да, это тоже мерный. Это готовая светящаяся слизь. А это тоже мерный. Только много мерных стаканчиков? Да. Значит, для каждого опыта. Да. Это надо закрыть. А нет. А нет, это тоже. Это тоже. И это мне надо высыпать тоже сюда. Это тоже. Вот оно. Так, надо аккуратно сейчас. Высыпается? Нет? Аккуратно. Все, почти высыпается.
Так, тихо. Чуть-чуть осталось. Ай. Самое главное, там написано, чтобы не попадало в глаза. Да, не кстати. Трогайте глаза, не три Снежана, вообще глазки. Я очки лучше одену. Снежана, ты как профессор. А вот она не хочет вся высыпаться. Тебе надо было, наверное, побольше открыть пачечку. Все, высыпал. Тут чуть-чуть осталось. Ну, высыпай уже ее все. Ну да, надо высыпать. А то вдруг не хватит чего-нибудь. Все, высыпал. Так, теперь надо опять 50 миллилитров воды. Не помешать. Так. Желтая какая-то получается. Это так и должно быть. Так, теперь уже летит она. Опять мешаем. А вот она уже густее становится. Тут ее, видать, больше. Эти пакетики были одинаковые. А она не хочет густеть. Тут просто порошок. И он не размешивается. Смотрите. Может быть, мало порошка или воды перелил? Да нет. Хотя, наоборот, походу, эта густая. А вот та нет. Надо еще сюда воды чуть-чуть добавить. Чтобы она была менее густая. Вот. Вау. Чуть-чуть водички надо, только не перелить. Настоящая смесь прям. Да. Немножечко. Все. Этого должно хватить, я думаю. А вот тут я наоборот перелил воды. И тут? Да. А тут? Все, надо ставить на свет и пускай она густеет. Это уже загустело. А для чего это веечка? Это воронка, это надо еще какой-то опыт читать. Будем ждать. А лизун не будете готовить? А там он тоже там готовится не так. Почему? Ну, там чуть-чуть другие вещества надо. Там надо. А это выброшку делать. Это, наверное, для следующего опыта оставите. Ну, а да. Сейчас то, что приготовили, потом посмотрите. Мы посмотрим потом, да. Какой у нас получится эксперимент, правильно? Да. Ну все, надо. Не надо так делать. Но она хочет показать. Ну ладно. Ой! Пузырики надуваются, да? Да. Не затвердела еще эта смесь? Это? Пока мы ждем. Вот это надо еще раз чуть-чуть. Вытаскиваем. Ой. Мне кажется, она жидкая получилась. Или нет? А вот это все, вот это затвердело. Готово? Да. А вот это еще нет. Ее надо уже вытаскивать, я думаю. Я шкатала и... А, так она такая же получилась, просто она цветная. Да. Что там получилось-то? Покажи. Так там получилась такая же слизь, только другого цвета. Нет, покажи. Это совсем другая. Та... Да? Да. Дай покажу. Только потом руками не трите, сейчас нужно идти вам мыть руки. Да. Так, теперь можно уже другую смотреть. Вот эту. Она уже тоже должна затвердеть. Вот. О, здесь как стаканчик получился. Да. Цветная? Да. Желтого цвета. Да. Тянется, да? А и это такая же? А это нет, видите? Поливальчика. Ну, интересно. Ну, все, интересно. Снежан, ложи тоже, складывай, вместе идите мыть пошли руки. Мы уже помыли ручки. Это я закрыл в коробочке и уберу. Жалко, что это нельзя оставить навсегда. Потом выкинем все равно. Ну, зато вы сегодня провели опыт, вы уже посмотрели, да. Как можно делать из жидкости. А теперь мы будем делать твердую жидкость. Вау! Я могу испытать кругляшочек. Нам понадобится крахмал. Это крахмал? Ну, скорее всего, да. Если там написано порошок, а в этом написано крахмал. Он белый, он похож на крахмал.
Ну да. Снежана катает маленький шарик. Пластмассовый контейнер. А так колбаска. Вот он, контейнер. Контейнер. Пластмассовые мерные стаканчики. Ну, я думаю, трех достаточно будет. И трех крышечек. Потом палочки для размешивания. Ну, вот они. Все видно. Видно, да. Все ваши стаканчики, видно ваши приспособления. Снежана пытается затолкать и не может. Потому что он все больше и больше и больше, да. И больше становится. Насыпать в контейнер один, одну вторую упаковки крахмала. Это как? Кирилла, смотри. Смотри. То есть половина. Смотри, какой пужир. Одна вторая, это значит половина пачки. Смотри, какой пужир, я его надуваю. А как дрожжевое тесто, все растет и растет и растет. А мне нужны ножницы. Давай, я тебе сейчас помогу. Давай. Так, открываем. Я полностью открывать не буду, а то все рассыпется. Рассыпется. И насыпать, так, одну вторую упаковки крахмала в контейнер. Снежана, волос трогаешь. А то в липучку его этот волос потом закатаешь. Да. Ладно, я его беру. Все, думаю, а нет, мало. Ай! Гори! Ты нашла! Ладно. Надо осторожно, там написано, чтобы никуда ничего не рассыпалось, никуда ничего не попадало. Все хватает, наверное, я думаю. Опять пужин надулся. Добавьте 15 мл воды в контейнер и тщательно размешайте. Так, 15 мл. Так, 15. Увидел? Там нет 15, но я на глаз. Там только 10. 10 и 20, да? Значит, да. Между 10 и 20 наливай. Я так не говорю на глаз. Я отпустила, оно ко мне не льется. Угу. Не льется, сейчас. А тянется. Тянется. Посмотрим. А как будто льется. Как жвачка, как будто почти бы как-то тянется. Почти 20 налил. Ну ладно, я думаю, это немного. Ну, самое главное, чтобы не переборщить. Липучка. Так. И тщательно перемешайте. Надо перемешать теперь. А как вы его перемешиваете, если воды мало? Оно не перемешивается, да? Да. Если не хватает, значит нужно добавить воды. Нужно осторожно. Посмотри, уже весь испачкался. Давай чуть-чуть, подожди, добавим. Чуть-чуть совсем. И перемешиваем. Давай я перемешаю. Я буду пока не с этим положиться. Как будто пластилин. Наверное, нет, надо было не добавлять. Лишнее добавили. Придется порошка досыпать. Потом опять будет порошка много, придется опять воды добавлять. Вряд ли. Мне так нравится эта липучка. Да, она так тянется, всевозможные из нее фигуры получаются, да? Сейчас я скатаю колбашку. И главное, они прилипают к рукам, правда? Сейчас я скатаю колбашку и отпущу. Так, и мне придется отмывать воду. Почему? Много налил. Ну вот. Там, видимо, специально все рассчитано. А, хотя нет. Я думаю, что это вода, так? Нет. Кольёчка у меня вот сюда. Смотри, она тянется. Я еще вилка, ну. Так, у вас должна получиться плоткая, клейкая, тянущаяся масса. Если масса жидкая, добавьте еще немного крахмала. Плотная, наверное, было написано, да? Да, плотная. Она сильно жидкая, поэтому надо добавить. Смотрите. Так. Что там, Снежана, у тебя получилось? Ужёл какой-то. Как будто бы змея какая-то. Вот это вот как будто бы у змеи морда такая. Где? А вот прям. Да, да, точно. Как будто бы змея. Вот она же куталась.
Это немного сложноватое задание. Я ее сейчас не открепила. Открепила. Так. Возьмите массу в ладонь, попробуйте быстрыми движениями сформировать шарик. Шарик? Кирилл работает, занимается опытами, весь мокрый. Ему жарко. Да, сынок? Да. Что-то я боюсь эту жидкость брать. Что-то вы сегодня прям новое такое, интересное. Вы прям завлеклись этими опытами. Можно мне тоже? Нет. Не получился, видимо, мало, мне кажется, все-таки этого порошка. Вау, ну так тянется. Ой, фу, она липкая сильно. Мне кажется, ты что-то не так сделал все-таки. Нужно снова прочитать. Еще раз надо добавить немножко порошка. Вау, как будто можно отрезать и сготовить что-нибудь. Главное, чтобы оно не противное. Лизун, он липкий, наподобие вот такого же, вот как вот Снежана тут тянучку тянет. И он должен, как раньше, да, его кидаешь, и он прилипает там к потолку куда-нибудь. О, можно прикрепить куда-нибудь, попробовать? Например, на что? Так, ну сейчас должно точно получиться все. Оно уже твердое, потому что... Нет, не прилипает еще. Все, должно получиться, оно прям твердое. Прям твердое? Да, вот смотри. Видите, какое? Оно прям вон. Так это ж не лизун, это вообще ничего не получается. Это твердая жидкость должна быть. А, ты твердую жидкость делаешь, а не лизун все-таки? Конечно, нет. Я про одно, а Кирилл про твердую жидкость. Нет, воды надо чуть-чуть. Ты опять вот сейчас перельешь. Все. Вот как. Оно совсем прям прилипло. Смотрите, как тянется. Вниз, вниз, вниз. Как качеля. Сломалась качеля. Можно мне шлепить попробовать? Нет, это что-то не топит. Это как пластилин какой-то. Только это не пластилин, а какая-то штука непонятная. Ну, надо? Что-то наподобие шарика. Закрывать надо? Нет? Надо. У вас должна получиться вот плотная, клейкая, тянучаяся масса. Она у меня не затолкалась. Тут вот. Что-то я не то все-таки сделала. Смотрите, я уже добавила воды. Смотрите, как у меня льется. Да, ты уже и воды добавил, и крахмала добавил. Это и что-то все равно у тебя не получается. Не то, почему? Да. Ну, хотя ты все сделал правильно, как надо. Ты уже воды даже перелил. Да. Вау. И что делать? Она все тонче. Ну, опыт, считай, не удался этот с твердой жидкостью. Может быть, у тебя не получилось. Как хочешь. Я попробую заново. И оказывается, в этом контейнере есть мерка. Что-то наконец получилось. Твердая жидкость получилась? Да. Наконец-то у меня получается шарик. Ну вот. Там и написано было. Из этой жидкости скатывается шарик. Он получается как пластилин. Как тесто. Правда, крошится, да? Да. А у меня не скатывается, не крошится. А я знаю, почему не скатывается. Нет, у Кирилла. Почему? Маловато воды было. Получается, как видишь, порошок этот весь рассыпается. Покажи, какой шарик. Все равно шарик получился. Он, вот да. Опыт удался. Все три опыта удались. Да. Ну, теперь вам надо все убирать. Весь рабочий стол. На сегодня мы сделали все опыты. Не все три опыта. Три опыта все удались, ну, получились. Да. В принципе, ты хотел посмотреть этих... Эти эксперименты. Да, что там находится? А нету, мы так и не использовали. А почему вы не использовали, кстати, а это эту? Что?
Это готовая светящаяся жизнь. Ой, жидкость. Это такая же, как вот эта оранжевая? Да, только она другого цвета. Это светящаяся. То есть она светится ночью? Да, да, да. Ее нужно выключить свет и посмотреть. Давайте выключим свет и посмотрим. Да нет. Это слизь светится ночью. И вправду смотрите, она светится. Она просвечивается, вот. Прям. И она светится, светится, ее прям видно. Да. А это прикольно. А если ее вытащить, вытащи, посмотри. Можно я крышечку открываю? Хорошо. Мы сейчас посмотрим, как она светится. Ой, фу, она прям жидкая. Прям жидкая. Да она такая же, как и та. Нет, это уже чу. Подхлопай. Как прикольно. Дай мне. Вот это точно как лизун, да? Фу, да. Снежана, скорее. Расплывается. Как у мистера Макса. Как у мистера Макса. Правда. Уже текет. Ой, какая прикольная. Попрыгучая, потому что. Давайте мы бумажки оберем. Прикольная все-таки. Все, включаю свет. Да. Все, теперь ее нужно убирать? Да. В баночке? Да. А ты, Снежана, эту оранжевую убирай. Ой, она так. Она тоже увеличилась, да? Она нет. Посмотрите. Ну, а с этой пузырьки не надуваются, к сожалению. Качели попрыгучие. Вот тебе и пряничек. Вам понравились? Да, мне очень понравились эти опыты. В следующий раз мы возьмем другие. Попробуем еще что-нибудь поэкспериментировать, правда? Да. Тем более все можно попробовать своими руками, потрогать, да? Да. Делать всякие всевозможные фигурки. Смотрите, я сейчас буду. Ой, оно чекет почти что. Угу. Так. Почти что потекло. На это. Оно там уже встряло. Все. Мы сейчас все будем убирать. Складывать все на место. Ставь лайк. Подписывайся на канал. Семья Гуцалюк. Пока-пока. Пока.